Время 4 часа утра. И вот с 3 часов мы уже, как обычно, не спим. Опять его что-то тревожит, что непонятно. То ли желудок, то ли нога. В общем, завтра идем на снятие спиц. И уже какой день не спим. На улице ночь. Ну, уже светает. Светать скоро будет. Скоро будет светать. Друзья, всем привет, всем доброго дня. Ой, сегодня такой у меня волнительный день. Мы с Венечкой сейчас едем в клинику на снятие ему спиц с ноги. Вот, это все делается тоже под общим наркозом. Вот. Но, в общем, переживаний достаточно. Сегодня с 3 часов ночи мы не спали. Кусочек сюда даже вставлю, я сняла так. Вот. Ему было плохо сегодня ночью, видимо, с желудком что-то. Видно, мутило его как-то или что-то. В общем, не спали с 3 до 6 утра. И у меня закончился фосфолюгель, я ему давала. Вот, пришлось давать ему амес, впихнула такой вот человеческий таблетку. Вот, потом вспомнила, что у меня есть еще таблетка собачья противорвотная, чтоб не мутила. Вот, одна как раз оставалась, и я ему дала. И где-то вот в 6 утра, в 7 он уснул. Вот спал сейчас вот буквально до 10 часов, пока я собиралась, пила кофе. Кормить его мне нельзя было. Вот в 4 утра он чуть-чуть еще поел что-то, чуть-чуть. Вот, мне его надо было в 6 утра покормить, я оставила будильник, думаю, в 6 утра покормлю, но так как мы не спали, он от еды уже отказывался, вот, а в 4, когда он проснулся, ему было плохо, я думаю, может быть, покормить, может быть, есть хочет чуть-чуть, он вот поел, и все, потом я ему давала таблетки, в общем, к утру уснул, сейчас едем с ним к врачу, я его к часу везу, я его там оставляю, и ближе к вечеру, уже когда он отойдет от наркоза, дай бог, что все будет хорошо, я его заберу. Вот, наконец-то снимают спицы, ну а дальше с Божьей помощью надеюсь, что он будет наступать на ногу. Очень на это надеюсь, очень, но вообще, как бы, сейчас он иногда наступает, но, видимо, ему больно, редко. Но посмотрим, что будет дальше. Конечно, не знаю. Вот. Сны такие еще сегодня плохие снились, потому что, видимо, вот это все я как бы урывками утром спала. Он там только вроде приляжет, я слышу, он вроде лег, уснул. И я тоже немножко засыпала, и мне сны про него стали сниться плохие очень. Вот. Кстати, посмотрела в паспорте в его, я все думала, ему там 9 лет, а оказывается, ему в этом году будет 25 сентября, у него день рождения, он родился, ему будет уже 10 лет, он с 2014 года рождения. Вот, так что сейчас едем, снимаю для вас, конечно, видео, потому что многие волнуются из-за Вени, вот, и уже потом по итогу скажу, как прошло снятие спиц. Все нормально. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Ну, Венька все выдержит. Держите меня по дорожке, хвостиком виляя он. Ирина рядом с ним всегда, и тень, как сказка. Веня любит Иру сильно, он ее охранник милый. Каждый день и каждый час счастье без конца. Веня, Ирина, Веня, счастливы вдвоем всегда. Веня, Ирина, Веня, друзья на долгие годы. Хотела сказать еще, вчера вот Мила ко мне приезжала,
И, вы знаете, у меня 2 дня или 3 была такая сильная аллергия на лице, у меня все отекло, у меня этот глаз вот так заплыл, все здесь вот эти мешки такие под глазами, у меня все лицо красное здесь обсыпало, глаза все гноились, прямо текли, сузились вообще, как не знаем что. Вот Мила вчера ко мне приезжала, еще более-менее я уже хотя бы выглядела, вот, но... И я думаю, на что у меня аллергия? А я же недавно вот эти ароматизаторы, я вам показывала, купила в баночках. Я их расставила. И они так сильно пахнут. Кто-то мне еще написал, ой, 2 дня попахли и перестали. Блин, они так сильно пахнут. Они очень сильно ароматизированы. В общем, и вчера Мила, когда приехала, я еще хотела спросить, Мил, сильно пахнет этим? Я уже к ним привыкла, но все равно вот ты проходишь, и прям аромат очень сильно. Я еще в комнате сначала поставила, потом из комнаты убрала. Убрала туда в прихожку и один в ванной поставила. Вот, но с прихожки все равно так пахло сильно. Вот, на всю комнату и на кухне везде пахло этим ароматизатором, диффузором, ароматизатором, говорю, диффузор, который вот в баночке с палочками. И Мила вчера пришла, и я хотела ее спросить, Мила, сильно пахнет? И забыла. И потом, когда мы пошли уже в лес, а я ей говорю, у меня аллергия, у меня глаза, говорю, у меня все гноятся, я вся отекшая, опухшая, вообще не... ужас. Я пью эти таблетки сейчас от аллергии, говорю, вообще капец какой-то. Вот, она говорит, когда мы вышли уже в лес гулять, она, слушай, говорит, у меня еще голова так разболелась вчера, мы вышли в прямой эфир, у меня голова разболелась, и все. И потом пришла, говорит, в лес, и она говорит, у тебя голова прошла? Я говорю, ты знаешь, прошла так хорошо. Она говорит, и я, говорит, здесь хорошо себя стала чувствовать. Слушай, у тебя, говорит, вот эти ароматизаторы, диффузоры стоят, говорит, так пахнут сильно, мне прямо от них плохо было. Запах приятный, но, говорит, так сильно. Мне, говорит, прям я чувствую, что у меня от них вся зачесалась. Она говорит, вот у тебя от чего аллергия. Я говорю, а я тебя еще и хотела спросить. Сильно пахнет, потому что я еще и принюхалась. Она говорит, ты убирай их срочно. Я домой пришла, короче, вчера все выбросила, все убрала, вылила, в туалете только оставила в ванной один, а вот то, что стояло в прихожке, я все вылила, выбросила все эти ароматизаторы, и сегодня уже намного лучше выгляжу, и глаза лучше, и уже не режет, не слезятся, не болят, не гноятся, вообще капец. В общем, вот, девочки, видите, нет, я надышалась этими парами, все в меня это вошло, мне вообще вот это нельзя, тем более я подвержена аллергии, сегодня хоть более-менее выгляжу, потому что я посмотрела, у нее на видео, я там вообще вся отекшая, опухшая, вообще никакая. Сегодня хоть более-менее уже получше стало выглядеть, уже отеки и глаза хоть раскрылись, потому что глаза были просто, вообще у меня один глаз вот здесь вот, в один день вообще вот так вот все нависло, вот так вот. Глаз вот такой вот прям был. Капец. Ладно, все, мы поехали. Так, я приехала прогуляться, Венечку отдала и приехала в Глобус немножко пройтись, так, чтобы отвлечься, время потянуть побыстрее, чтобы прошло вроде как, когда отвлекаешься. В общем, ну и вам что-нибудь покажу. При входе сразу вот такие футболки детские, вот к школе по 169 рублей. Разные расцветочки, видите? Школьникам очень хорошо. Тут тоже акция. Рыбка соленая. В Глобусе Томас Мюнс обувь появилась, видите? Разные сандалеточки. 3000. Сумки тоже есть. Рюкзачки, сумочки. 50% сейл. Ой, какие мягкие, кожаные. Или, может, не кожаные, 2999. Но мягкие очень. Вот хорошая замша. 4000. Это тут 56% скидки уже. Раньше стоили дороже. Цвет приятный. Кроссовки. 3 819. Но мне обувь не нужна, так как я обуви купила много. О, еще и Кеда магазин, мой любимый. Я очень люблю магазин Кеда. У меня много обуви было из Кеда.
очень тяжелые кеды. Вот такие кроссовки, которые я люблю. Ой, они такие легкие, обалденные. Вот новая модель появилась. Тоже у меня такие белые есть. 5996 тысяч. Они еще с сиреневеньким. Вставочки новые. Очень классные вот эти кроссовки. Они очень-очень легкие. Летом их можно носить. Так, а это распродажа. Ох, какие вообще невесомые. 1500. Мужские кроссовки. Тоже лето. Тоже 1500. Собачка пришла в магазин тоже. 1500. Вообще цены просто отличные. 3500. Такие ботиночки. Вот такие есть босоножечки. 2500. О, ну это вообще... 450 рублей шлепочки на высокой подошве, как я люблю. О, вот эта расцветка красивая. 450. Такие кроссовки легкие. Вот на каждый день. Прям вообще. 899 рублей, пожалуйста. Яркие, красивые. Так, вставил ножку и побежал. Лето. Ну, такие. Это чуть другая модель немножко. Тоже 899. Галоши детские. 799. Вот такие галошки. О, какие хорошие. Утепленные. Прелесть. Футболка 999 рублей. Такая белая с кармашком. Шорты. Тоже шорты. Маечка. 350 рублей. Маечка такая стоит. Футболки. Сейчас прям скидки идут хорошие. 58% скидка. $300. Такие футболки. 599 рублей. Футболочка. Неплохо смотрится под джинсы. Ой, еще есть вот такие. С авиатами. 500 рублей. Так, а это 5 карманов магазин. И вот такая вот курточка стеганая, видите? Хорошая, симпатичная, кармашки. 10 тысяч она стоит. Цвет приятный такой, фисташковый такой, легкий. Без рукавочки вот такие есть с капюшоном. Цена 5499. Цвета есть еще бежевые. 6800 вот такая куртка. Стеганая. Розовый воротник. А сама все простеганная. Такая осень. Осень тоже. Вот еще. Тоже куртка, видите, какая. С капюшоном. Капюшон отстегивается. Цена у этой куртки 10 тысяч рублей. Вот рубашка симпатичная. Она как курточка сделана. Так, цена у нее сколько? 200. Ага, 7000. У меня был вот такой шампунь Леодор. И кондиционер еще есть.
а шампунь закончился. 1299. Я на Валберес заказывала, думаю, либо его купить, либо еще вот нашла мицеллярный 1099. Такой вот тоже. Мицеллярный. Попробовать. Шампунь. Корейский. Ну, то есть тоже вот здесь это от перхоти. Здесь для тонких и ослабленных вот есть волос вот такой. Я возьму вот этот, наверное. Его как раз весь разобрали. Наверное, хороший. Кондиционер парфюмированный для всех типов волос. Вот еще тоже корейский. Тоже, может быть, попробовать взять. А, это шампунь я взяла. Ага, это шампунь. А это кондиционер. Так, кондиционер. А, это шампунь. Опять же, кондиционер, значит, с коричневой пробкой. Да, вот кондиционер. Или можно взять такой шампунь и кондиционер вместе. Ну, возьму еще и шампунь. Пусть будет. Вот так. Так, это все возьму. Еще взяла для лазаньи пласты. И вот такой вот корж. Сгущенку вареную куплю, с маслом взобью и смажу коржи. И будет у меня такой десерт. А, и футболку еще вот такую взяла. Это венчики питания. Буду переводить его опять на вот это питание, потому что на том питании он плохо в туалет ходит. Вот. А на этом питании он отлично просто ходил. Все сформировано, были какашки хорошие, а сейчас типа такие жидковатые. Как перевела, вот на сама варю. Вот такая футболка. Сама варю ему вот эту индейку, и видно, жирновато для него может быть. В общем, буду переводить на такое питание. Вот от этого питания никогда ничего у него не болело, не было, все отлично. Сходил в туалет хорошо, поэтому буду переводить. Бальзам маска. Кератиновая свежесть. Ну, это уже что-то наше, наверное. Красивые просто баночки. Не вижу, там очень мелко написано. Хотя здесь что-то по-китайски. Не знаю. Думаю, может быть, еще вот это купить. Объемная пудра. Сильная фиксация. Мгновенный прикорневой объем. 24 часа. Отсутствие налета. Матовый эффект. Подвижная укладка. Я от кого-то слышала, что хорошая. А есть еще глина моделирующая. Ну, это, наверное, на короткие волосы лучше. А вот здесь прикорневой объем очень даже. 389 рублей, правда, стоит. Ну, наверное, возьму. Так, еще взяла вот себе заколочки, челку закалывать. И сыр Маздам. Вот такой кусок на 285 рублей. Вот этот кусочек. Выглядит хорошо. Сырки, выбор просто потрясающий. Столько сырков. Мои любимые вот эти. Светлогорье. Ну, сейчас не буду брать. Так, я за сгущенку возьму сейчас Егорку рогачевскую вареную. Да, и сливочное масло. А, сливочное масло у меня есть. Так, тут морепродукты, рыба. Огромное дело.
креветки, но я не хочу креветки вообще. Просто не хочу. Так, а лосось 189, 100 грамм. Но у меня есть две упаковки лосося еще, мне не надо. Я на Озон делала доставку, и там лосось заказала, и на гриле как раз-таки нужно его и сделать. Может быть, сегодня. Так, а здесь что? Готовые уже котлетки из фарша. Я сама кручу. Стараюсь фарш не покупать. Так, а здесь пекарня. Все вкусно. Кекс яблочный. Кекс с цукатами. Ватрушки. Лепешка фокаччо с перцем. 63 рубля. Ромбаба здесь очень вкусная, но было по одной бы была ромбаба, я бы взяла. Ну, там можно вот в лавку зайти, там наверняка можно отдельно ромбабу взять. Они очень вкусные, у них такие мокренькие, сытные. Что здесь еще вкусного? Здесь хорошая выпечка. Хлеб вот такой вот, я очень люблю вот эти плетенки десертные. Это очень вкусный хлеб. Плетенка с изюмом. Очень вкусно. А вот бриош с конфитюром. Вот, тоже вкусная, как булочка такая. Вот можно ее взять. Какая мне нравится. Вот это. Возьму. Сколько она стоит? 67 рублей. Я еще грибочки взяла, хочу сделать суп-пюре. Ох, вот это да. С маком рулет. 174 рубля. О, печенье безе. 47 рублей. 117 рублей вот такая упаковка. 117 рублей. Тоже очень вкусно. Может быть, взять. Ну, была бы поменьше хоть упаковка. Прям такая большая. Сахара, конечно, в ней очень много. Но вкусно. Возьму, ладно, пусть будет. Хлеб разнообразный. Все, надо выходить. Набрала. Так, я еще взяла, как называется, вырезку. Вот, вырезка говяжья. Так что буду жарить на гриле тоже себе. Людей много, хотя сейчас рабочий день, но людей много. Пойду сейчас уже на кассу. Больше ничего, сладостей достаточно. Купила, молоко у меня есть. Коржи вафельные. Ну, это не обязательно ни сегодня, ни завтра. Их можно и через неделю приготовить со сгущенкой. Давно не брала. Лизу можешь взять. Народный совет еще возьму. Раньше всегда брала много журналов разных для мамы. Мама читала, так как она компьютера у нее уже не было, телефоном она таким не пользовалась. Я ей брала журналы, она постоянно их смотрела, читала. Вот. Теперь бы некому читать. Ну, возьму себе. Иногда на досуге можно что-нибудь интересную информацию оттуда взять какую-нибудь. Девочки, вот Веня, все, пережил операцию, снятие швов, снятие спиц, вот, но еще чуть-чуть от наркоза не отошел, сейчас он кушать, наверное, хочет, будет кушать, вот, ножка у нас, вот, видите,
без теперь этих. Ну, там надо все обрабатывать. Ножка очень слабая, надо ее расхаживать. И, в общем, она вся трясется у него еще. Но ему обезболивающие вкололи, чтобы он ночь пережил нормально. Надеюсь, что мы ночью будем спать. Сейчас будем кушать, да, Вень? Кушать будешь? Зеваешь, спать. Мамочку ждал так там, ждал, да? Все, мы дома. Всем спасибо большое, кто переживал за Веню. Всем огромное-огромное спасибо.